«Не верю!» – кричал Станиславский. «Не верю!» А наша студента обязательно поверил бы. Если бы он только их видел, конечно, бы поверил. Руководитель студенческого театра «Профиль», доктор филологических наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук Наталья Эдуардовна Цейбель. Ребята принимают участие в различных театральных фестивалях, среди которых «Студенческая маска» – Москва, «Сибирская рампа» – Байкал, Альфон, фестиваль «Авангард и традиция» – Гатчина, театральные встречи – Екатеринбург, Молоко, Одесса. Театр – это уникальная возможность для творческого самовыражения. Здесь регулярно проводятся мастер-классы с самыми известными педагогами, актерами и режиссерами. С недавнего времени «Профиль» сам проводит научно-практическую конференцию фестиваль «Арт-сессия» для студенческих театров России. Не менее богатые традиции и у слушателей выпускников следующие специальности. Вокально-инструментальная музыка. Преподаватель Василий Ульянов. Соло-гитарист, известный в городе Челябинске группы «Кафе Улыбка». Один из организаторов сначала областного, а потом и международного рок-фестиваля ЧГПУ «Живой звук». Выпускники и слушатели этой специальности являются постоянными участниками городского фестиваля «Весна студенческая». На данной специальности вы сможете совершенствовать навыки игры на музыкальных инструментах, а также стать участником одной из вокально-инструментальных групп ЧГПУ. Обучение на следующей специальности предполагает непредсказуемость, высокую степень шутко-творения, а также знакомство с себе креативно подобными. STEM – студенческий театр эстрадных миниатюр. Это один из КВНовских конкурсов. Кроме того, STEM является отдельной номинацией фестиваля «Весна студенческая», где наши студенты всегда становятся призерами. Курс набирает Наталья Николаевна Краснова, автор и актер участника премьер-лиги команды КВН ЧГПУ «Контора» и участник «Смех без правил» на ТНТ, победитель Comedy Battle первого сезона. На сцене STEM, группы второго года обучения и ДТПП. Добрый день! В эфире передача «Пусть говорят» и с вами ведущий Андрей Малахов не желает общаться, поэтому передачу буду вести я, Тина Канделаки. Тема сегодня – проблемы в образовании. Встречайте первого гостя, звезду Льва Олещенко. Добрый вечер, дорогие друзьяшки, мои друзьяшечки. Добрый вечер, Тиночка. Добрый. Расскажите о своих проблемах, Лев, пожалуйста. У меня проблемы глобальнейшие. Мне за 50, а я все еще живу в общежитии. Представляете, друзья? Все еще живу в общежитии, но это не главное. Главное, что рядом со мной соседи у меня есть. Они постоянно сверлят дрелью. Представляете? Да что говорить, давайте лучше послушайте. Поехали. Подпевайте. Утро воскресенье, выходной. Запахи черемухи душистой. Но соседник слева за стеной начинают дрель свою со свистом. И спокойно в интернет зайду, и соседи я за все прощаю. Я спокойно с ночи подожду и альбом «Штайн» пока качаю. Ну что ж, буду мстить, Тиночка. Спасибо. Спасибо вам, друзья мои, люблю вас, конечно же. Еще одна проблема студентов – маршрутки. А у нас следующий гость в студии – водитель маршрутного такси номер 3. Здравствуй, Тиночка, канделякочка. Барай-бабай. Ну, давайте я попробую. Спасибо. Давай, поехали. Слышь, подожди, пока полный зал не наберется, не поеду. Про свои проблемы позже? Ладно, давай. Поехали.
в юном месяце апреле. Ах! В автопарке тает снег. И маршрутные газели начинают свой разбег. Мы давно уже не дети. Сердце замерло в груди. Ну немножко, я нарушил, да. Ты быстрее переходи, да? А, братан, я же не нарушил. А ты не нарушил. Я как ты, я не нарушил. А ты что тут? Спасибо, спасибо. А вот Маша Распутина хотела нам кое-что рассказать. Филя, здрасте. Я прочитаю вам стих наболевший. Филю бросила хозяйка. Ай, достал же. Ну за что? Я просто зайка. Ай, поаплодируйте, зайки мои, пожалуйста. И еще одна проблема – это стипендия. Очень много писем приходит на наш адрес, и в обоих один вопрос. Где покупать одежду на стипендию в 1400 рублей? Алла Борисовна, расскажите свою историю. Сейчас расскажу. Мне подруга рассказала, в секонд-хенде распродажа. Мол, вещей у них не то, что прежде. Мол, одежды просто море. Но приехала и вижу, что всего лишь озеро одежды. Может, там и было море, но я, видно, опоздала. И осталось озеро одежды. Сила одежды, минимум вещей. Что же мне выбрать? Нет вещей вообще. О, сила одежды, обойдусь без драм. Выберу вот эти вещи 100 рублей за килограмм. Борисовна, почему вы сидите рядом с Львом Лещенко? Где же ваш новоиспеченный муж Максим Галкин? Какая ж ты смешная, девочка моя! Спасибо. Ты уж спроси, где сейчас Лещенко. Не может быть! А, может. Это получается, Максим Галкин, вы так хорошо изобразили Лещенко. Вы потрясающий пародист. Ну, друзья, на самом деле я никакой не Максим Галкин, я Дима Соловьянов, студент ТУПЭИ. Вот это он! Я никакой не Киркоров, я Сергей Шумаков, студент ППИ. Да нет, не может быть! На самом деле мы все обычные студенты, обучающиеся по специальности STEM и ДТПП. Я маршрутчик! Еще раз бурные аплодисменты для специальности СТЭМ.